Добрый день, дорогие друзья! Так, сегодня 26 июня, вы на канале «Сад Надежды». Ну что, пошла я гулять, скажем так, да, по своему саду, пошла смотреть проблемы своих роз. Вот. О мучнистой росе я вам уже рассказывала. Вот она здесь, можно посмотреть на примере розы супер-трупер. Вот. И чем я сейчас занимаюсь? Я освободила ножки у своих роз, уже таких, ну, старожил, да, как вот у меня мадам Анизет, Навалис, подчистила их как следует. И также, дорогие друзья, обнаружила, что у меня здесь имеются слепые побеги. Что же это такое слепые побеги? Вот сейчас я вам покажу. Вот, вы, наверное, если занимаетесь розами, то уже видели. Вот смотрите, вот, например, вот этот листочек у меня, вот, вот здесь, вот в этом вот месте, вот как бы замерзшая почка, и все. И уже больше с этим росточком ничего не будет. То есть он загущает куст, вот, куст, видите, какой загущенный, просвета нету совсем, да, здесь. И уже не пойдет никуда эта почка дальше. Поэтому вот сейчас я эти слепые побеги отрежу, прям вот до основания, до веточки вон там. Почищу серединку и покажу, что у меня получается дальше. Ну вот, дорогие друзья, хочу показать вам, как я почистила куст. Так, вот здесь еще... Сейчас отрежу вот это вот, видите, здесь сухое, был инфекционный ожог. Вот так вот еще отрезала. Вот такой просвет теперь на моей розочке супер-трупер. Вы видели, как она цвела. Вот, я провела обрезку такую очищающую на всех своих вот таких больших более-менее розах. И хочу показать вам несколько веточек со слепыми побегами. Ну вот, например. Вот, например, смотрите, вот. Вот тут вот замерзшая почка. Вот тут вот замерзшая почка. Мух прям жужжит у нас. Вот, видите? Вот тут вот замерзшая почка. Вот они раздвояются, эти листики, и все, ничем не заканчиваются. Вот. Ну, прилично я обрезала. Я рада, что я этим занялась сегодня, потому что в розах, может быть, и болеть начали из-за того, что была такая очень сильная загущенность здесь. Может быть, дождь прошел, а они начали преть. Вот. Так что сегодня я все-таки проведу лечебную такую обработку с фальконом и B58. 10 мл фалькона на 10 литров воды и 10 мл B58 на 10 литров воды. Для того, чтобы полечить свои цветы. Вот. Ну, спасибо, что выслушали и посмотрели. Всего доброго и до свидания.